Итак, срочная новость с официального сайта Рамблер. Против Крида взбунтовался еще один город. Тверское управление Федеральной антимонопольной службы ФАС России рассмотрит жалобу жителей Твери на планы проведения концерта популярного исполнителя Егора Крида, сообщили в пресс-службе ведомства. В Тверском УФАС уточнили, что на предстоящий концерт пожаловалась родительская общественность города. Недовольные отметили, что выступление Крида предназначено в том числе для несовершеннолетних, включая малолетних детей, согласно знаку на афишах в городе. Они опасаются, что в связи с проведением концерта будет распространяться информация, запрещенная для детей, передает ТАСС. В заявлении родителей приводятся выдержки из текстов песен исполнителя и подчеркивается, что они изобилуют ненормативной лексикой и аморальны по сути. Кроме того, они потребовали проверить концертный зал юбилейный на соответствие требованиям закона о защите детей. Заявление жителей города будет рассмотрено управлением на предмет соответствия концерта Крида требованиям законодательства о рекламе при распространении информации о концертах. Кроме того, обращение жителей направлено в Комитет по делам культуры Тверской области. Ранее Крид отменил свой концерт в Дагестане в связи с неспокойной обстановкой на местах после появления угроз в соцсетях. После этого разгорелась публичная перепалка между бойцом Хабибом Нурмагомедовым с одной стороны и Кридом и Тимати с другой. Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех самых последних и интересных событий. Мы обязательно будем следить за новостями. Итак, то, что родители, родительская общественность обеспокоена тем, что творится в России, это очень даже хорошо. Тем более, что недовольные родители отметили, что выступления Крида предназначены в том числе для несовершеннолетних, включая малолетних детей, согласно знаку на афишах в городе. Родители опасаются, что в связи с проведением концерта будет распространяться информация, запрещенное для детей. То есть сами родители волнуются о здоровье своих детей, о моральном здоровье и воспитании своих детей. Получается, государственные компетентные органы сквозь пальцы смотрят на все это. Напомню, что в заявлении родителей приводятся выдержки, то есть есть факты из текстов песен исполнителя, и подчеркиваются, что они изобилуют ненормативной лексикой и аморальны по сути. То есть детям, несовершеннолетним детям, включая малолетним детям, нельзя такие концерты показывать. И куда смотрит Министерство культуры Российской Федерации? Почему сами родители должны как-то контролировать все, что творится с концертами по всей России? Итак, пожалуйста, пишите свое мнение в комментариях, подписывайтесь на канал. Всего доброго и до новых встреч!